самой известной девушкой страны, а на одной сцене во время ее сольного концерта я не боюсь мечтать. Тем более, что в «Доме 2» мечты сбываются. Смотри, Роман Гриценко, «Роковая страсть» Ольги Бузовой на всех телеэкранах страны. Вчера к нам на проект вернулся Дмитрий Дмитриенко, но Оля почему-то сегодня согласись, и все-таки у нас еще не ясно, сбил у тебя душу, мы не можем понять. Но мне душу. Я не знаю, ребят, я не знаю, сколько было круто сегодня.